Приветствую, это канал Максимадзе, и это GTA Vice City Definitive Edition. 2021 выпуск в 2022 году. И, во-первых, давайте переключимся на день. Потому что ночь нам нафиг не нужна. И 2022 год. Между прочим, в этом году GTA Vice City оригинально исполняется 20 лет. Что довольно-таки прикольно. Так, следующее, мы в прошлый раз с вами захватили особняк Диаса, убив его, потому что мы выяснили, что сделку ту в начале игры сорвал он. Ну, короче, пора заняться бизнесом, погнали, шейкдаун. Надо бы заняться оформлением, ретро понадобавлять тут, даже смотреть на это невозможно. Томми, как ты думаешь, давай вон там бар поставим? Ты мой адвокат, Розенберг, а не декоратор. Понятно? Слушайте, пришло время взять этот город себе. Он просто нас ждет. Нужно расширить территорию. Пусть в Вайс-Сити все узнают, кто теперь хозяин. Так ведь? Что тебе еще нужно, Томми? Недвижимость? А она никому еще не мешала. Надо поактивнее приняться за дело. Пощелкаем там все. Теперь все знают, что Диас покойник, и теперь отказываются платить. О, может быть, им взятку дать? Взятка? Нафиг взятку. Я им покажу, как дурь убивать. И скоро вернусь. Короче, Томми решает забрать этот особняк себе, создать свой мафиозный клан и покорить город. Во-первых, дайте мне эту бушку сюда. Не знаю, что она тут делает. Я раньше ее тут что-то не замечал. Но некоторые хозяева магазинов отказываются платить новому боссу, то есть Томми, который пришел на смену старого. И сейчас мы их проучим, собственно говоря. Взятку Розенберг предлагает. Какая нафиг взятка? Они платят, а им взятку еще давать? Совсем что ли с ума сошел? Кстати, в следующий раз скин Розумер появится не скоро. Очень не скоро. Где этот магазин-то, ё-моё? И почему всего 5 минут на это дается? Вот он, этот магазин. Но алло, чё не платим-то? Платите. Не хотите платить, я вам сейчас стекла тут все расшибу. А полиции вообще пофигу, что-то я смотрю. Компьютерный зал. Так и напрашивается на то, чтобы его разломали. Теперь я главный в городе. Запомните это все. Давай. О, розыск наконец-то появился. Что-то слишком много витрин тут. А выносливости мало. И вы не платите. Я вам всем сейчас стекла поразбиваю. Мусор.
можете покупать недвижимость в тех различных районах города. Хорошо. Если увидите значок зеленого дома, эту недвижимость можно купить. Хорошо. Усечем. Обязательно. Ну, деньги еще нужны, конечно же, чтобы купить. Не просто так ведь. Так, ладно, пора. Ну, так, все, здесь больше делать нам нечего. Уйдите с дороги. Блин, вот почему-то, когда в небольших таких помещениях находишься, ничего не тормозит, а так, а тут что-то в больших тормозит. Привет, сынок, хотел тебе дать небольшой совет. Эй, привет, Эверич, как, чё? В этом городе можно хорошо подняться, если у тебя есть нужная недвижимость. Я надеюсь, ты понимаешь? Да. Открой глаза пошире и можешь найти отличную возможность для бизнеса. Еще увидимся, Томми. Пока, Эвери. Спасибо, но с тобой мы больше не увидимся, потому что это было последнее появление Эвери Керрингтона в игре. К сожалению. Впрочем-то, не важно. Бизнес, недвижимость, все это мы будем обязательно покупать и, пожалуй, начать стоит с типографии. Но займемся мы, наверное, этим в следующей серии. А пока мы вернемся к себе в особняк. Там пара заданий еще есть. К сожалению, одно из них меня просто разбесит. Но оно пока не следующее. Метку, 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 метку. А, это... Блин, тут запутаешься. Вот, кстати, Эндрю Сэм, вот те, кто, когда соседа смотрят, наверняка знают, кто это такой. Тоже моды снимает, когда соседа, ну и много чего такого же, что я. Ох, ёшкин кот. Так. Вылезай, вылезай, вылезай скорее. Да, жесть какая. Не дадут спокойно нам покататься. Еще и полиция сзади была. Ладно. Жмем на газ, тогда едем. Вот он, короче, недавно совсем тоже GTA Vice City вот эту GTA Trilogy стримил. Я заходил на тот стрим, там подсказки чуть-чуть ему давал, но он, в принципе, в них не нуждался. Он неплохо достаточно знает. И он, на удивление для кого-то, он с миссию с вертолетиком, которая во втором выпуске была, прошел тоже с первого раза. Я не знаю, почему у многих такие бадхерты вызывают. Это миссия. Блин. Бар Брау. Ну и в чем проблема? Да в одном баре отказываются платить. Говорят, как, что и крышует шайка это дам. Но не волнуйся, Томми, я разберусь. И это ты так разбираешься? Вы двое, за мной. Пойдем. Давайте в эту машину. Это классная машина. Садитесь в машину, тупицы.
Да, чтобы бизнес поднять, приходится запугивать. Но, как выяснилось, не только запугивать, теперь еще и убивать надо. Блин, реально в темноте так классно светятся эти подсветки все. Да ладно, опять коп. Твоя крыша подтекает. Покрепче сделай. Да, меня уже этим достали. Даже слышать ничего не могу. Этих дуболомов прислали из ДБП. Вы разберитесь, короче, я еще вернусь сюда. Да, пожалуйста, всегда. Ой-ой. Садитесь скорее. О, розыска уже нет, отлично. Сейчас я их из винтовки перестреляю всех. Ой-ой, что-то много вас. Все, больше никого нет? Что-то я забыл, что тут взрыв будет. Но чего ты не садишься? Вы двое невероятных тупицы. Я вообще случайно пристрелил его, но, блин, он не давал мне сесть в машину. Интересно, и куда же он собрался? Неужели прыгать в воду? Хорошая пушка. А этот куда делся? Который со мной ехал. У нас есть несколько вариантов. Во-первых, гаитянцы или гаитяне, как-то их там правильно. Группа Лафист, Кортес, Умберто Робина. У Умберто Робина еще пока... А, нет, у Умберто Робина еще недоступен пока. Надо гаитянцам задание сначала выполнить. Он есть на карте, но там не будут доступны задания, пока не выполнишь задание гаитянцев. Ну и еще есть таксофон, который я проходить не собираюсь. Он не обязательный для сюжета. Ну и задания там скучные, невыносимые, мне кажется. У этого таксофона, блин. Ну и, конечно же, то, куда мы едем, это в особняк Версети. Там еще одно задание осталось. 81 тысяча. Вполне хватает, чтобы купить типографию. В следующей серии мы этим займемся. Типографии. Надеюсь, это... Опа. Алло. Томми, есть разговор. О чем, Лэнс? Да в тебе, дружище. Ты не даешь мне доли справедливой. И более того, ты меня ставишь в неудобное положение перед ребятами. Меня не устраивает это. Лэнс, дело не в этом. Просто ты допускаешь ошибки. Томми, я тебе не мальчик на побегушках. Лэнс, не косячь, все будет хорошо. Если я накосячу, будешь правильно меня наехать. Ты. Томми, я все сделал для тебя, а ты держишь меня за лоха. Нельзя так со мной поступать. Лэнс, я не собираюсь тебя убивать или подставлять. Все, успокойся. И без твоих истерик сейчас непросто. Поверь мне. Слышишь, да? Да, я тебя слышу, Томми, но так долго не может продолжаться. Лэнс. Успокойся, я серьезно тебя предупреждаю. Расслабься немного, отдохни, потом поговорим.
Копленд. Идиот! Ты вообще о чем думал, блин? Ты понимаешь, что это теперь значит? Мы сейчас засыпемся. Наверное, таймер сломался. Там все должно было на воздух слететь, как погреб. А потом кто-то копом стукнул. Эй, в чем проблема? Майк должен был спалить здание Молли. Но он напортачил с таймером, и теперь там полно копов. Надо сваливать отсюда. А, замолчите, дайте подумать. Томми Версетти не может просто взять и сбежать. Ага, копы будут прочесывать здание и рыть землю носом, да? На это надо время. Нам придется пойти и там устроить взрыв. Да, но никто, кроме копа, туда не подойдет. Тогда мы вырядимся копами, раздобудем форму и патрульную машину. Все благодаря тебе, Майк. Ну, извини. А, вот что. Мы приманим копов пальчиком. Закроем их гаражей и накинемся. Отличный план. Погнали. А ты, чувак, куда? Мы в команду тебя не берем. Только я и Лэнс едем туда. И вот эта миссия одна из самых сложных, на мой взгляд, в игре. Я очень сомневаюсь, что я с первого раза ее сейчас пройду. Но, может быть, и пройду. Везет же иногда. Так, нам нужно... Блин, тут полицейские машины только что были. Почему я в них не врезался? Нам надо розыск сейчас получить. О, уже получили. Надо только, чтобы он не убавлялся. Если тут рядом нет копов, то это будет, конечно, печально. Вот что... Вот эту звезду надо запомнить и обязательно ей воспользоваться, когда нам надо будет сваливать от них. Ну вот, она уже исчезла. Надо найти полицейские машины там, где рядом этот гараж. А вот и одна из них. Но здесь всего один коп. Нам надо двух. Вот вечное проклятие жизненное. Закон подлости такой. Когда легко получить розыск, когда не надо, и тяжело его получить, когда не надо. Ой, когда надо. Когда не надо, легко получить. Вот когда... О, вот уже двое. Только нужно... Как ты их... Зашибись, он сдох. Дебильный мотоциклист. Где мы копов теперь возьмем, а? Где копы? Ну приедьте сюда хоть один. Ладно, будем просто давить людей. Ничего другого нам не остается. У меня такое чувство, что во время этой миссии специально включается скрипт, который сокращает количество полицейских машин. Специально, чтобы было сложнее получить розыск. Эх, это так печально. Ну где полицейский? Ну приедьте сюда хоть один, а. Не, один, конечно, мало. Надо двух. Где копы? Вот один. Ой-ой. Нам нельзя их давить. Но это один только. Нам надо двоих. Отошел уже. Давай, беги за мной, чувак. О, он, а вот и второй. А где первый? А, вот первый. А тут если бы они на машине были, было бы легче намного. А так они что-то... Это будет тяжело. Это очень сложно.
сделать. Я еще и заехал не туда. Ненавижу эту миссию, ненавижу просто. Тут так тяжело копов заманить. Но это не самое сложное. Самое сложное потом удрать от них. Когда на нас, когда нам 5 звезд наложат. О, вот здесь копов дофига. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет. Но он только один. А, нет. Ой-ой. Так-то лучше. О, вот теперь на двух звездах будет полегче. Заезжайте в гараж сюда, чудики. Во, наконец-то, блин. Со второй попытки сюда попал. В первый раз арестовали меня. И такое чувство, что в этой миссии закон подлости действует. О, другое дело. Закон подлости в том, что во время этой миссии мне что-то кажется, что включается скрипт, который сокращает количество полицейских машин, чтобы было тяжелее получить розыск. Вообще, я смог приманить копов сюда только благодаря тому, что убил одного из них, чтобы получить 2 звезды. На одной из звездах фиг сюда кого заманишь. Ой-ой, полегче, не, копы так сверно не водят. Ух, повезло. И машина даже невредима. Короче, нужно просчитать варианты. Рекомендую поставить автомобиль полицейский вот тут. Не обязательно заходить с того прохода. Здравствуйте, офицер, у вас классный значок. Можно зайти и здесь. Специально поближе к тому месту, где нужно взрывчатку поставить. Здорово, нам надо на минутку сюда зайти. Ой-ой, пора валить отсюда. Бежим к выходу. Скорей, скорей, скорей. Лэнс, залезай скорее. Быстро, быстро, залезай. Бежим. Сваливаем скорее отсюда. Нам нельзя. Не хотелось бы, чтобы нам колеса продырявили. О, боже мой. Тут еще и правительственные спецагенты. 5 звезд. На 5 звездах так просто не оторвешься. Было бы неплохо найти маленькую звездочку. О, paint spray. Туда полицейскую машину загнать можно? Ясно, нельзя. Нельзя так нельзя. Офигенно. Просто я помню, что таксишку можно было загнать сюда, а эту нет. Отвалите. Если они взорвут, если они сломают машину, на которой мы едем, это будет вообще пипец. Мы никуда от них не уйдем. Секунду. Вот звездочка. Рука руку моет. Блин. Они все равно не отрываются. Да блин, еще и другие машины мешают. Ладно, едем. Особняк недалеко уже. Совсем. Нам нужно так заехать в поворот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, осторожно. О, прошли. Прошли эту миссию. Второго раза. И
Доход до 5000 долларов. Хорошо, хорошо, это нам поможет. Обязательно. Полицейская форма доставлена в полицейский участок. Хорошо. Ладно, на сегодня закончим. Задания в особняке Версети пока закончились. В следующей серии мы начнем с закупкой бизнеса. Алло. Томми, это я, Лэнс. Слушай, у нас мало времени. Мне не интересно, что ты собираешься сказать, чего бы тебе плевать на меня, а? Почему? Тебе надо быть справедливой со мной, делиться по-честному и все такое. Томми, прости, ну просто... Меня всю жизнь опекают, как будто я ребенок. Мой брат поступил именно так же. Ладно, мне пора идти. Хороший балкон. Ладно, на сегодня закончим. С вас лайкос, подписывайся, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.